скажу. Потому как я не знаю, будет он жить или нет. На текущий момент. Присаживайтесь. Так, что-то вот зубы мне не нравится. То, что он легкий какой-то. Здравствуйте. Стас, а как получилось так, что у тебя плотность оказалась 1,15? У тебя зарядка нормальная, я померил. Сколько? На всем включено, печка, свет 13, 8, 14. Саня проверял, то есть стартера, генераторы делают. Ну. Он тут знает. А магнитола стоит? Ну, стоит, блин. Ну, китайская простая. Ну, простая. Ты ее можешь включить без замка зажигания? Она их всегда горит. Вот, вот она у тебя и качает. У тебя накопленный разряд. Тебе надо избавиться от этого. Поставить, посадить магнитову на штатное место. Вот у тебя 31% был. И застарелый сульфат, потому что я работал. Так, сегодня у нас 15. Да, неделя завтра. 9 числа ты привез. Вот смотри, 80%. Вот состояние новой батареи. Батарея полностью заряжена, 98%. 537 из 600 батарея выдает зубрёнок. Напряжение 12,82. Она стоит со вчерашнего дня. Я закончил с ней работать вчера вечером. Дал ей отстояться, чтобы именно увидеть вот это НРЦ. Сопротивление 5,13. 5,13. Она мне ничего не дает, это мне ничего не дает. Его сопротивление. А ну мне оно тоже ничего не дает. Что на просто? Внутреннее сопротивление аккумулятора. Чем оно выше, тем хуже батарея. У тебя в пределах нормы это сопротивление. Так, плотность 1,15 была. 1,29. Вот сейчас видно. 1,29. Ну, 1,29 зимняя плотность. Это плотность зимняя, летняя плотность полностью заряженной батареи. Сейчас нету такого зимняя. Ну вообще нормально, да? Да. А замерзать он уже не будет, да? Да нет, конечно. Ну, минус 64 градуса, если. Минус 64 градуса, понятно. Да вон новую взял же у кента. Два дня постоял, тоже уже. Магнитову. Чего за китайская магнитова? Магнитову убирай, и будет все нормально. Пока ты от нее не избавишься, у тебя проблема это никогда не закончится. Слушай, а если клемму просто скипать на ночь? На ночь, а на день? У тебя днем она тоже стоит? Ну, днем-то ты ездишь все равно. Ну, ездишь. Стас, в таком случае, если хочешь скидывать клемму, остановился, скинул клемму. А, ну, так ты тоже не на скидывать. Да, просто перекинь на... Ну, электрик. Я же его не цеплял. Вон, 30 лет в ЛКСМ, подъедь, там парняга. И он тебя переставит на штатное место, где должна стоять магнитола. Ну, по идее, да, она же должна от замка стоять, а она горит, да горит, поет. Это аккумулятор с Нивы моей, там тоже магнитофон, честно, подсоединен прямо на нее. Ну, там не сделаешь, там магнитофон. Пока ты не устранишь вот эту проблему, она у тебя так и останется. И будешь постоянно. Мне такие люди позарез нужны. Ну, ну, факт, если все нормально, работать он будет, да? Я долгосрочных прогнозов, еще раз говорю, не ну, даю. Ну, вообще, так. На текущий момент батарея отличная, нормальная. Так, у тебя 537 ампер, минус 25 заводится... Если с автомобилем все в порядке, должна заводиться без проблем. Ниже температура просто-напросто заноси домой батарею. Ну я что-то и стал этот новый, короче, заносить, да и все, и без проблем она заводится. Ну. Все понятно, да, что смотри, 4 тысячи. Да. Есть Каспий? Да. Ой, Каспий, Халык есть.
Тиховые, Каспий, я во всех банках открыл. В американских, в Израиле, везде открыл, чтобы потом базаров не было, чтобы мне некуда перечислить, неоткуда перечислить. Нет, в Израиле не открывал, но их нахуй. Так вам по номеру телефона? Да, 705. Не по этому номеру, с которого я... А я понял, понял. 705 я продиктую сейчас. Сейчас я переводы по номеру, я тоже такой специалист. Так, ну... Так, с меня сколько сразу, то скажите сразу. Сейчас я вам покажу, за что я буду деньги брать. Так. Все в дырочку. Это хвойка, да? Да. Она сейчас он прикрепляет. Так, все, спасибо. Давай, Стас, удачи. Так, вот у вас 590. Батарея выдает. Вы с машины же сняли, когда привезли ко мне, да? Из дома. Ну, дома стоял на сутки. Можно? Да, Олег, здрасте. Здравствуйте. Виталий, вы не появите случайно трубки, а? Какие? Вот эту трубку надо увеличить на полтора сантиметра. Нет, нет. Такого нет? Нет, нет. Они еще подсказали, что у вас номер этого глушака или как его там? Глушак Угород занимается. Ну, к нему зайдите. А его нету на гараже? Сказали, номер у вас. У меня нету номера. Нету? Если бы было еще две руки, я бы запаял, базара нет. Так. Вот эти параметры, ну то есть вы сняли с автомобиля, ездили до этого на нем или нет, или стоял? Нет, постоянно ездил. А, ездили, просто да? Сутки, когда утром не заводился, а потом морозы были, домой занес, иначе надо китайский заряжать, думаю, зарядить надо, машина же должна. Потом лампочка не зеленеет, что-то, потом начал искать. Смотрите, Руслан, сейчас вы когда привезли, было 58% это за счет поверхностного напряжения. Наверное. Батарея отстоялась, потому что плотность у вас была 1,27, но она была на минимальном уровне. Угу. То есть фактически у вас сульфаты они не растворялись, не было места. Потому как в батарее был маленький уровень электролита, а батарея ни разу не обслуживалась. Да. Сейчас у нас 62%. Батарея после отстоя, я также закончил все работы вчера еще. Угу. Ну, дал ей отстояться. 98% по суху и 466 ампер батарея выдает. 466. Напряжение 12,78. Угу. Вот вам видно? Я все равно не понимаю. Ну, я должен вам показать, да, чтобы вы видели, что я не с головы беру. На зиму хоть хватит его? Или так, месяц? У вас 2,3, да? 2,4. 2,4 двигатель. Ну, давайте, да. Нет, тойотовские моторы, они для них вот этого достаточно. Ну, минус 25, Руслан, ниже будет, минус 28. Все равно занесите на меня. И тогда вы уверенно заведете, тем самым, ну, возможно, до следующей зимы вы отложите покупку. Новой батареи. Типа лет не сняли там, да, думаете, да? Ну, будем надеяться. Ну, я понял все. Сопротивление 5,92. Плотность.
сейчас батареи уровень. Плотность 1,28. Вот как нормально нужно. Ну, у вас прям было чуть-чуть над пластинами, поэтому у вас индикатор даже не горел. А сейчас что, горит уже? Ну, сейчас покажу я. Вот, смотрите. А, да, вот это. Светофор зеленый, можно ехать. Так. Я вообще лучше новый покупать, да, уже потихонечку искать, да? А? Потихонечку надо новый копить уже. Да-да, откладывайте. Ладно, да. Ну, берите наш БАЗ 65-й. Да? Там у вас место есть, не 65-й, а 75-й. Вот берите вот в таком корпусе, в азиатском. 75-й? А? 75-й, это что это? 75 ампер. У вас батарея тоже 75-я? А, это не 65-й, это 65-й пистажировочек. Где? А, ёлки-палки, фу, точно 65, я сюда смотрю. Вообще на Toyota смотрелось, 70-ки ставят. Возьмите 75-ю батарею. А, побольше будет. Она, да, она будет с запасом, и опять будет там 4-5 лет ездить и улыбаться. Ну, на это вот тоже уже 19, 20, ну, это вы 23. У нас брали, да, эту батарею? Не знаю, я с другой машины просто это. Я его даже не покупал, честно говоря. Просто машину другую продали, ставили по скупанию, короче. Да, это у меня варта стояла. И сколько варта отходила? Блин, лет 7-8, по-моему. Ну, наверное, чехословацкая варта. Я и то он у меня сел зиму, я взял, вскрыл крышку, блин. Смотрю, там жидкости мало. Налил этот, воды. Догнал до 27-28 этого плотности. Еще и зиму ездил. Надо было мне просто, наверное, плотно закрыть его хорошо. Вы как долили, в смысле, электролит? Нет, воды дистиллировал. А, да. Водичку. Плотность была где-то 18, ну что-то такое. А как вы догнали? Поднялось, да, 27-28, где-то такое, да. Вам тоже можно аккумуляторчик. 4 тапи. Да, что 4? А? Кого 4? 4. А, плата? Да. А, ну вот я единственное только этот, надо было мне его, наверное, как-то заклеить, чтобы пыли не хватало. Mm-hmm. Ну, вот крышка только там была. Ну, зиму и поездил вообще. Потом уже летом иногда бывает машина подъеду, он бахает. Это у вас Каспий или? Каспий, да. А, Каспий. Иногда бывает не заводится, блин. Вот так. И потом это пришлось на него поставить. Ну, вы эту батарейку, эту, ниже минус 25, заносите, она... Заносить, видите, тоже, сигнал, кстати, только когда снимаешь аккумулятор, то заново ставишь, тахометр начинает скакать, он пока еще настраивается, компьютер. Мы будем надеяться, но... вообще не будет таких морозов. Да, уже вроде тепло тоже, мне кажется, но... Да, уже надо все равно. Поездим, может быть, на месяц-два хотя бы пойдем. Давайте, всего доброго, да? Вы, друзья, видите, советуйте на коленке, они у меня есть. Но они, блядь, слетают. Надо что-то придумать. Вот примерно так оно мы и работаем.